Что делать, если вы очень хотите играть на фортепиано, играть свои любимые мелодии на этом простом инструменте, но у вас нет инструмента дома, ни акустического, ни электронного, но есть большой энтузиазм, компьютер и смартфон. Итак, берем наш телефон, устанавливаем самое простое приложение с клавишами. Я установила приложение Mini Piano Lite. Это приложение, которое превращает наш смартфон в пианино. И вуаля, мы можем играть то, что хотим. Открываем урок разбор. Берем свое пианино. И начинаем.